Если отвечать на вопрос про как понять, что ты сильный человек, я думаю, надо сначала просто решить, что я сильный человек. Вот если мы говорим про то, что наша подлинная сила – это в определенности, в ясности, в цельности, то вы просто должны решить для себя, что вы сильный человек. Это не значит, что вы не будете ошибаться, не будете оступаться, не будете уставать, не будете где-то как бы сдаваться и менять диспозицию. Это не значит. Когда вы принимаете для себя решение, что вы сильный человек, вы таким образом вы ни перед кем не отчитываетесь. Нету. Доктор Курпатов вас не экзаменует. Но если вы для себя примете, что вы сильный человек, и в каждой ситуации будете исходить из того, что вы сильный человек, а дальше давайте подумаем, как решить.